Дорожное происшествие случилось на неосвещенном участке трассы. К тому же в непосредственной близости нет населенных пунктов, поэтому водитель никак не ожидал, что на пустынной трассе неожиданно прямо перед ним может появиться мужчина. Да к тому же в темной одежде. По правой полосе ехал, и вдруг удар, и все. Его даже не видели, что ли? Нет, я даже не заметил его. Откуда он появился? А как так не увидеть его? Ну, откуда появился я? Последний момент, только когда перед ударом только увидел его, и все. По словам водителя, ехал он не больше 80 км в час. Тем не менее, возможности сманеврировать на многотонной машине у него не было. Пешеход словно нарочно шагнул из темноты прямо перед грузовиком. КамАЗ задел человека металлическим отвалом. До этого Самосырова, до Мамадышского тракта, это наша территория. Я должен объехать его каждые 3 часа объезжать. С целью? Посмотреть, нету ли наледи, ничего такого. То есть, если что, есть наледь, тогда должны были поступить? Да. Наледи не было? Я только выехал вон из ВАЗа, с Николаевки. У погибшего полицейские обнаружили документы. 50-летний мужчина проживал в Казани. Что он делал на трассе, к тому же столь поздний час, еще предстоит установить следователям. Будет ли водитель КамАЗа за смерть человека нести уголовную ответственность, решит суд. Ильмира Гляхметова, Равиль Сайганов, Альберт Доминов, Эфир 24.